То есть надо дороги провести, чтобы... Да. Там шкодные. Ну, просто удобно. А если полицай начнут орать. А нам звонили, говорили, что я, короче, на дорогу, знаешь, типа не выскакивал, понимаешь? Тоже вы не имеете права подъезжать. Это не противозаконно на дорогу выскакивать. Я где хожу, там хожу. Это что такое? Где хожу, там хожу, блядь. Это вы должны им сказать, вы почему нам звоните, а не смогли их объехать, знаешь, его там. Почему вы не смогли его объехать, вы, если взяли на себя машину, знаешь, водить, блядь, здесь пользоваться этим удобством. Вы должны, знаешь, уметь рулить, потому что пешеходам уже негде ходить, блядь. Вот можно ходить и здесь, и везде, если честно. Это так, так и есть. Там в Конституции законы по поводу карет имеются, но это не карета. Машина – это не кареты. По поводу карет имеются. По поводу тачанок там ничего не сказано. Покажите закон, где сказано, что нельзя тут ходить.